Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале 100секретов.рф. Сегодня мы разберем с вами бизнес, который многим из вас понравится. Этот бизнес, кроме того, что он приносит хорошие деньги тому, кто его придумал, он приносит еще и хорошую пользу людям. Давайте рассмотрим практический пример. Придумали его голландские велосипедисты. И называется это простое устройство Blaze или оптический индикатор. Вот так он выглядит с одной стороны. Я думаю, что многие из вас видели у европейских и у китайских производителей подобные индикаторы, но они предназначались, как правило, лишь для иллюминации, то есть чтобы сделать мотоцикл, велосипед красивее и заметнее в ночное время. Но данное устройство, оно имеет немножко другую цель. Оно имеет цель предотвратить аварии и предотвратить наезд на велосипедиста. Вот мы видим практический пример работы. Велосипедист едет, а впереди отображается вот такая вот сигнальная проекция. Вот еще одна картинка. Чаще всего наезд происходит, когда велосипедист попадает в мертвую зону автомобиля. То есть вот здесь это зона обзора через зеркала бокового вида. Но вот это мертвая зона, то есть автомобилист не всегда видит то, что происходит в мертвой зоне. И вот такой вот индикатор, он четко позволяет, во-первых, реагировать автомобилисту на то, что происходит в мертвой зоне. Во-вторых, пешеходы, которые не видят из-за приближающегося или стоящего автомобиля, что происходит в следующем ряду, они могут среагировать на велосипедиста. Ну, пример, как это может выглядеть на трассе. Вот. То есть здесь водитель автобуса может не видеть велосипедиста, который едет рядом, но увидит вот такой вот оптический сигнал. Я думаю, что такие устройства, они могут со временем выйти на российский рынок, и, возможно, кому-то этот бизнес понравится. Тем более, начать его не требует больших вложений. Существуют как готовые устройства, это лазеры, установки для монтажа на велосипед, так и наборы линз, в которых есть, кстати, и вот такие вот графические знаки. То есть можно купить сменные линзы, которые стоят недорого, заказать их на AliExpress и купить зеленый или красный лазер. Вот, и объединив, вы получите вот такое же устройство Blaze в домашних условиях и без копейки лишних вложений. То есть вам даже не потребуется модернизировать или что-то собирать самостоятельно. То есть все уже есть на рынке. И вы можете оснастить свой велосипед, либо если у вас есть магазин велотоваров, можете в него добавить вот такой вот оригинальный и полезный товар. На этом мы завершаем обзор вот такого вот интересного устройства. Я думаю, что он был вам полезен. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал 100секретов.рф. На нем вы найдете большую подборку оригинальных методик заработка и продвижения.